находит момент для удара оборотом. Здорово через себя. Это переверзе, по-моему, был. Но... удар по воротам и очень опасная перекладина сейчас спасает армавирские ворота. Тут здорово сыграли армавирцы. Переверзев. Передача на потеряна. Выход один на один и удар перекладина. Обменялись перекладинами сейчас команды. Лишь только каркас ворот сейчас сыграл за волгоградский ротор. Хочу. Передача низом и... вот сейчас может что-то перспективное у Армавира получиться. И Потерин уходит от Николаева. Потерин, здорово, но здесь коллективными усилиями все-таки смогли волгоградцы. Свисток на перерыв в исполнении Павла Садыханова. Возвращается в Армавир. Ой, Потерин, ну посмотрите, что сейчас утворяет 10-й номер Армавира. Калмыков с мячом, Калмыков штрафной, прострел, но блокирует этот прострел. Опа, ничья за Армавиром. Был весь подломен в мозгах. Опасно сейчас может быть. Волгоград сам атакует и ой-ой-ой. Чекиан доберется до мяча. Прострел и... да, не, совсем немножко не хватило Амуру Калмыкову, чтобы эту передачу замкнуть. Защитник вовремя подоспел. Радик Сайзлов, Максим Васильев. Итак, подача от Лапкова. Удар поворотом и... Горбунов, Горбунов, славный проход, удар по воротам и Матюша здорово действует. Горбунов, Горбунов, удар по воротам, но здорово тут действует Радик Хайрула, удар этот блокирован. Поляков получает передачу. Поляков уходит на ударную позицию, удары. Да, Юрий Несеренко сейчас просто какое-то чудо сотворил. Навес от углового флажка. На подборе армавирцы, Поляков, Поляков. Передача. Удар нужно бить. Лушикян. Удар по воротам, но ложатся там футболисты волгоградского ротора под мяч. Дорогие друзья, 0-0 в нашей сегодняшней встрече. Пожалуй, немножко ближе все-таки к победе были армавирцы.